Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на одного из старых героев, который был в самом начале введен. Многие считают, он не актуален. Я решил его прокачать и посмотреть и показать вам, какой он наносит урон и где его можно использовать. Так, ну что, это смерть. 10-10, 8-8. Бог войны. Рунами я поставил ремку, чтобы она сразу ульту давала. Какие особенности героя? На 10 скилле наносит 285 урона по 7 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона. Кулдауна нет, то есть это большой плюс. Если у вас есть Валентина, она будет фактически всегда ее заряжать, и герой будет очень часто ультовать. Плюс Купидон, в принципе, будет там через раз фактически будет удар скиллом, ну, раз в 5 секунд, 2-3 раза это возможно. Так, ну, бог войны 90% корону, это вы и так уже знаете. По снаряжению стоит победный выпад, плюс 25% корону, то есть она собрана по максимуму на урон. В снаряжении я ее не прокачивал особо, то есть тут стоят четверка, крит, жизнь, урон, уклонение. Я этим героем, в принципе, не пользуюсь. Что можно поставить смерти по талантам? Бог войны самый топовый, бастион тоже неплохо ей подойдет, добавит очки жизни. Ну и утекание многие ставят, вы тогда ее, она будет получше стоять, то есть там реально будет дохрена отхила. Что по статам? Ну, жизни очень мало, как видите, вторая эволюция, 200 уровень. Всего 106 тысяч силы, это очень мало. Передвижение этого героя, оно очень медленное. Это очень, скажем так, это самый большой ее минус. Плюс у нее скорость атаки большая. По снаряжению, что можете ей ставить? Ну, передача энергии, победный выпад, хранитель леса, допустим, чтобы она жила. Это такие самые топовые. Так, по созвездием, ну, уклонение как бы для всех я советую, для всех атакующих героев, там и пвпшных, это уклонение, чтобы она дольше жила. Также можно ставить крит сопротивление, можно собрать на жизнь, на урон, то есть это кто как хочет. Где этого героя можно использовать? Ну, на данный момент использовать его возможно только в подземках, она очень помогает в подземках убивать юнитов, мы до подземок дойдем. Ну, в рейде это просто вы можете там чисто фаниться. На PvP локациях, таких как Забытая битва, Атака фортов, она уже в принципе не актуальна. Больше как бы ее негде использовать. То есть единственный вариант, на маленьких левелах вы можете использовать ее еще на битве гильдии. Там она проканает именно. Ну, если вы так прокачаете, то она у вас там в принципе на 200-300 тысяч силы будет себя довольно-таки неплохо показывать. Я постараюсь сделать обзор на нее на следующей битве гильдии. Так, ну что, поехали в рейд, посмотрим, что она наносит по урону в такой именно сборке. Так, ну тут что у нас есть? Стрелок есть? Нет, стрелка не вижу. Ну давайте. Так, с кого бы это так начать? Тут Ронин, конечно, сейчас нас завалит. Ну, давайте попробуем. Посмотрим, что она сможет выдать. Видите, станется очень довольно-таки неплохо. Ну, 119 тысяч как-то маловато. Очень мало. Сейчас Ронин ее ушатает. Ну, видите, жизни мало, поэтому все-таки лучше ей ставить уклонение, чтобы по ней чаще минусовали. Так, давайте тут попробуем. Вот так вот. 280-120 тысяч. Не особо много. Ну, это без бафа, в принципе. И в рейдах по-разному урон. Я не знаю, почему так, но он очень рандомный. Нестабильный он. 219, ну смотрите, один залп, и она в принципе героев разнесла, половину слила. Так, ну юниты, по юнитам она тоже бьет, поэтому это один из минусов у данного героя. Так, ну-ка, включится или нет?
Ну давай, ультани хотя бы разок. Мне, походу, ничего не получится. Ну-ка. Ну, вот так вот. Как-то так. Правда, герои тут не ахти прокачанные, но ультуют довольно-таки неплохо. Давайте купидончик опустим. Так, понятно. Попробуем сейчас. Так, стрелок, стрелок. Стрелка не вижу. Так, сейчас мы попробуем как-то ее так выпустить, чтобы можно было кинуть. Но тут расстановка не очень. Так, 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 так. Купидон, смерть и хранитель. Смотрим. Ультуй. Раз заблокировал. Еще разок. Вот тут будет получше, наверное. Так. Купидон. Смерть, хранитель. Ну давай, ультуй. Ну, что-то не знаю. Не то. Но урон у нее довольно-таки приличный. Давай, Купидон. Вот так. Ну, вы увидели, да? Я надеюсь, вы увидели, как она с ульты все герои просто вынесла. Там никто не устоял под такими бафами. Так. Блин, тут, конечно, немножко неудобно. Но давайте попробуем. Раз, два. Ну, половину снесла. Так, еще разок. Смотрим. Ну, довольно-таки неплохо, я вам скажу. Под двумя бафами хорошо ваншотит. Если кинуть вот так вот вальку. Вот так. Вот так вот. Честно говоря, по урону реально офигенный герой. Единственное, что юниты, ну... Но это не проблема, у кого есть Анубис. Так, пробуем тут. Смерть, хранитель. Смотрим. Давай, оп, есть, половина слилась. Причем там Гаргул второй эволюции слился, у которого жизни довольно-таки немало. Ультует неплохо. Еще разок. Купидон, смерть, хранитель. Смотрим. Чик, есть, всех слила. Вот так вот. Мне аж самому понравилось. Надо будет ее потестировать на битве гильдии. Посмотреть реально, что она может сделать. Так, тут у нас есть хранитель. Давайте попробуем. Смерть, хранитель. Давай. Ну, смотрите. Просто красиво, красиво раздало всех. Трое слилось сразу. Пробуем еще разок. Ну, 600 тысяч вылетает. Довольно-таки, кстати, неплохой дамаг у нее. Так, там убили нашего хранителя. На битве гильдии под разгоном реально должна неплохо себя показывать. Так. Давайте еще разок. Ну, тут от всех прилетело. С таким составом тут, конечно, до хрена дамага будет. Так, попробуем тут. Раз, два, три, четыре. Вот так вот ваншотит. Все собраны с ремками, в принципе, они сразу дают бафа. Так, пробуем тут, да. Тут у нас есть
стрелок, ну это для нас не проблема будет, думаю. Если сейчас смерть вовремя ударит. Ай, пропустили баф. Да, видите, уже баф слетел. Вот, единственный ее минус, она очень медленная. Очень медленная. Есть стрелок? Есть. Ну, ничего страшного. Раз, два, три, четыре. Хоп, и все. Если бы не ожива там стояла на героях, в принципе, они бы сразу умирали. Так, пробуем еще разок. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Надо будет потестировать, попробовать на битве гильдии. Хороший герой в такой именно сборке. Так, раз, два, три, четыре. Ну, думаю, в принципе, на рейдах можно закончить. Побежали. Попробуем ее на подземках. Давайте. Кошмарка 2.1. Для многих это проблема. Попробуем ее тут затестировать. Вот так вот. Вот в такой сборке побегаем. Ну, смотрите, как она выносит довольно-таки хорошо героев. Неплохо. Сейчас мы еще разок попробуем. С другой стороны только. Вот отсюда, начиная с паладина, попробуем. Оттягиваем щит. Ну, смотрите, что они делают. Вместе с тыковкой. Вот так вот, 2-1. Благодаря смерти можно смело проходить. Можно еще ворожая, у кого есть. Ну, вот видите, я двумя героями, в принципе, слил самое основное героев. Ну, дальше уже, в принципе, это не проблема. У вас, конечно, для этого будет больше героев. Ну, на подземках довольно-таки она хороша. Это для тех, у кого нет Анубиса, это, в принципе, довольно-таки неплохая замена. Так, давайте следующее. 2.10, давайте попробуем. То же самое. Раз, два. Тыковка и ее. Ну, тыковку слили. Ай-яй-яй. Не туда кинули щит. Ну, под разгоном, конечно, у нее бешеный дамаг. Давайте сейчас так, ради интереса, попробуем. Раз, два. Самое главное, не прозевать убийство тыквы. Вот видите, да, как герои минусуются. Вот сейчас тут мы сольемся. Вот так вот слились. Давайте сюда еще возьмем ворожая, чтобы было немножко больше отхила. И ворожая сюда. Ну, в таком составе должны более-менее лучше стоять. О, смерть убилась. Сейчас ворожай должен затащить. Ну, то есть, кому надо, тут возьмет больше героев.
Давайте валька. Вот так вот всех. Хорошо, давайте не будем тратить мое и ваше время. Сейчас пойдем просто по 10-м элитным подземкам. И там попробуем. Так, 3.10. Ну, давайте отсюда попробуем. Раз, два, заморозили. Начиная с тековки, кидаем всех. То есть мы бегаем вот бездонатными, видите, да? Она под разгоном просто убивает всех героев. Тут не составляет проблемы проходить вот эти подземки. Понятно, что у меня герои перекачаны. Но вам для общего... Будете знать, каких героев надо качать для прохождения. Так, что тут у нас? Атланты. Ну, давайте вот отсюда начнем. Точно так же. Заморозка, начиная с тыковки. И потом щит кидаем. Ну, видите, у нас уже героев не осталось. Дошли до половины подземки благодаря смерти. Ну, тут, конечно, и ворожай тоже бьет. Мы всех затащили без потерь. Так, пятерка. Давайте попробуем через черепа. Ай-яй-яй. Не, вроде нормально. Вот вам еще один пример, как можно проходить даже через черепов. В принципе, с одного раза. Надо просто начинать с тыквы, чтобы на ней был максимальный разгон. И ставить на нее ангела, для того, чтобы он сразу дал ей щит, когда она выкидывается, потому что из-за этого без щита она может умереть. Так, давайте вот этот 5-5. Для многих это проблема. Ну, тут, в принципе, тоже довольно-таки несложное. Можно сделать вот так вот. И начиная с тыковки всех выкидываем. Держим заморозку. Морозим потом черепа просто. Вот так вот. Хранитель бегает и все убивает. Мы на черепке разогнались довольно-таки прилично. То есть тут надо бегать через черепа. Ну, так вот, без потерь. Так, 5-6. Ну, давайте 5-6 еще попробуем. Тоже довольно-таки для многих сложная подземка. Я тут делаю вот так. Вот так. И начиная с тыковки кидаем всех. И кидаем щит. Успели. Да, вроде нормально успели. Единственное, тут у нас гарпии. Они могут вот это нам сделать, западло такое. Вот видите, на гарпиях посложнее. У них идет возвратка. Сейчас попробуем с другой стороны. Юнитов, конечно, можно еще нанять. Давайте возьмем юнитов. Это нам облегчит прохождение против гарпии и против героев, которые дают обратку. То есть там дрейков, душиков и прочего.
Так, откуда тут рядом можно так нормально залететь? Давайте отсюда попробуем сверху, если получится. Должно, в принципе, получиться. Так, стыковки всех кидаем. Кидаем щит. И кидаем юнитов. Единственное, тут нас могут сейчас... Не, нормально, затащили. Тоже, видите, надо было просто юнита взять. Вот так вот. Солдатиков потеряли. Печаль, беда. Так, дальше. Ну, 6-10 я не буду проходить. Там надо немножко другой состав. Давайте попробуем еще 7-1. Ради интереса. Смогут ли они затащить? Так, пропали. Тут надо в КДшку попасть с ронинами. Как только ронин появился, из тыковки начинаем всех выпускать. По КДшке ронина... Вот смотрите, что у нас осталось из героев. Просто жесть. Ну, тут даже ронин ничего не сделает. Вот так вот. 7-1 на 3 звезды. Давайте 7-2 еще попробуем хотя бы пройти. Потому что и так видос уже очень долгий. Так. Опять без юнитов побежим. Тут, конечно, у нас есть... Не, давайте все-таки возьмем юнитов. Потому что без... Без них тут тотема мы не обезвредим. Ну, пробуем. Так, тут у нас, по-моему, да, малышейников нету. Тут не надо заморачиваться. Заморозка. И начиная с тыковки всех кидаем. Оттягиваем немножко щит. Смотрим, что у нас там получилось. Ай-яй-яй. Ну, думаю, затащим. Как-то так. 7-2 тоже довольно-таки легко далось нам. Благодаря тому, что есть смерть. Смерть Валька. Реально здесь решают. Так, ну давайте 7-3 еще ради интереса. Это такие. Так, тут малышеники. Ой, тут тотемы. Ну, давайте попробуем. Ближайшие дезактивируем. Угу. Магию эту не взял. Ну, бас. Ну, чем седьмые кошмарки интересны и более сложны в прохождении, то, что здесь тотемы довольно-таки часто попадаются нам. Так, ронин есть, появился. Заморозка. Всех начиная с тыковки. Не, что-то мы зависли. Или нормально? Не. Ну, будет. Но чуть-чуть. Ай-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило. Злобные ронины. 39%. Ну, в принципе, видите, тоже можно пройти. Это не есть проблема. Пару раз поутруждаться. Покажу вам героев.
Валька ремочная нужна, тыковка с берсом, ремка, либо ремочная, хранитель ремочный, купидончик у меня просто с богом войны под архидемона прокачанный, тоже ремка, можно живу им ставить. Ну вот такая вот смерть у нас сразу с ремкой, можно поставить было бастион, но я хотел показать вам, чтобы она сразу ультовала. Вот такой вот у нас был мини-обзорчик. Пишите в комментариях, как вам такой герой, кто его качал, где применяете. Герой старенький, но довольно-таки еще неплохой. И довольно-таки хорошо себя показывает во всех локациях, которых я показал. Так, ну-ка, ударит? Нет, видите? Ну, жизни мало умирает. Все, всем пока. Спасибо за комменты, за лайки, за репосты.